Министерство иностранных дел рекомендовало российским дипломатам и членам их семей реже покидать посольство в Киеве после нового нападения украинских радикалов. Минувшей ночью здание нашей миссии закидали бутылками с зажигательной смесью. Сергей Лавров заявил, что Россия, безусловно, будет добиваться возмещения ущерба. И обратил внимание на то, что нападение на российское посольство западные дипломаты и политики откровенно не замечают. Действия молодчиков, которые нападали на наше посольство, на наше генеральное консульство, в том числе врывались на территорию, срывали флаги. Эти действия возмутительны, и мы не видим какой-либо реакции со стороны наших западных коллег. Они сейчас больше озабочены требованиями не завершать судебный процесс, а освободить Надежду Савченко. Это отдельная тема. Но лицемерие и двуличность, конечно, здесь налицо.